Так, ребята, всем-всем добрый вечер и добро пожаловать на моего канала Дальнобой 2022, Green and Road 2003. Так, ребята, я сегодня с вами Джамалетдин Мурадов. И еще раз хочу повториться, Дальнобой 2022, Green and Road. Наконец-то, ребята, мы ошибку исправили, как бы все нормально. Наверняка, если кто помнит, меня давным-давно не было, и вот наконец-то вот я и вернулся, как бы. Так, ребята, сегодня понедельник, 14 ноября 2022 году, и у нас сегодня последний обзор про сборка на номер 50 52 53, там более вроде того. Наверняка, если кто помнит, до этого дня на эта сборка на стриме как бы катались, все нормально. Также исправлена долгая загрузка, исправлена несколько вылета, исправлена, ну, надеюсь, вы меня поняли, о чем. Так, ребята, я вас попрошу пред осмотрением моего гайда, подписывайтесь, ставьте лайк для тех, кто еще не подписался на моего канала Дальнобой 2022 Green and Route 2003. Я вас как бы попрошу, подписывайтесь на моего канала, для того, чтобы не пропустить всякие полезные гайды и т.д. 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 Что ж, ребята, обзор будет продолжаться краткого интересного, так что, ребята, не переключаемся. Обзор. Погнали. Так, ребята, здесь, как обычно, ничего делать не будем. Попадем карту. Как видите, как мы видим, как я вам рассказывал, сборка на номер 53, ребята. Что ж, ребята, погнали. Так, из чего начать? Из запад. Так, ЕАА 1.45 ЕАА, в том числе Макае, Лиссабон, дорожный Амазон, автомагистрал, себе включает автозаправочная станция, в том числе себя включает место для отдыха. Не знаю, давайте попробуем вместе с вами. Вот она, видите, да? Прописано две места для отдыха, в том числе прописано два автозаправочных станции. Так, что ж, ребята. Так, это у нас Махат. Так, ребята, хочу отметить, что я постараюсь ни одного вещи не пропустить, как бы. Махат, пожалуйста. Так, это у нас... так... Париж-Ребильд 3.1. Так, Судел-Франция 1.1.5, более вроде того, Судел-Франция, пожалуйста. Так, Италия Improved Rebuilding, вот где-то вот, ну, здесь, то есть, несколько часов разделено на Италия Improved Rebuilding, Италия Improved Rebuilding. Вернули Корфу, конечно, Корфу, перед душе Корфу вернули. Корфу, пожалуйста, без Корфу особо как бы нам некуда. Так, Медитерранеан Экспансионс 1.3, как бы. Так, Македония Реворк. Так, где-то в том числе Балтика, ну, то есть, прошу прощения, Балкан, то есть, прошу прощения, Балкан, конечно. Македония Реворка исправлена со паромное сообщение. Бери там Дубровинник и Бар, как бы, и там Дурас, Тирана. Все дело исправлено, ребята. Так, в том числе Косово, пожалуйста, себя включай там Липжан и Феризаж, то есть, прошу прощения. Так, глобальный проект Roex Extended 3.1, SAS проект UKRSK 3.1, так, Ближний Восток, Promotes Middle East, Красный Восток, Red Sai, так, Яом, пожалуйста, Яом, версия 0.4, в Таусмане, пожалуйста,
в Таусмане версия 5.31 исправлена с русским названием. Так, дорога на Азия, Road to Asia, версия 1.4 исправлена со паромное сообщение. Если кто помнит, здесь у нас не отображало паромное сообщение. Теперь исправлено паромное сообщение. Утя, пожалуйста, и в том числе все это дело исправлено. Далян исправлено. Так, Намхо исправлено. Все дело исправлено. В том числе исправлено Java Road Revolution. Java Road Revolution. Все дело исправлено. Исправлена Южно-Восточная Азия. Пожалуйста, приблизим. Как видите, как мы видим. Давайте вот так. А то, блин, крутить, не крутить. Вот он. А, то есть, прошу прощения, ребята, я немного торопился. Это вот она, ребята. Прошу прощения за ошибку. Так, это у нас Южно-Восточная Азия. Короче, ребята, так, давайте это дело все мы как бы... И, ребята, это еще не все. Хочу отметить, что исправлена при увеличении, приблизении, исправлена, вылета исправлена. Южного региона, пожалуйста, со дорожного, то есть вот она, видите, да, все дело, все четко и ясно, то есть никакие ошибки пока мы не обнаружили. Заправка для тех, кто хочет чаще заправить. Кутаиси, пожалуйста. Поти там, короче, там южного региона. 1.45, в том числе со с этого, как его, Крымский перевал, с Крымского острова, пожалуйста. Так, Русмап 2.45, пожалуйста. Киров, Кировская область 1.2, со Скепсфикс 1.2. Ну, это уже обновленный Жан Майен. Ну, это, естественно, промод Жан Майен. И вот так, где-то здесь Шотландия. Шотландия, то есть и все это дело исправлено, ребята. Вот это как его. И это еще не все, ребята. И здесь еще кое-что. Так, давайте сейчас переносим. И... Так, Западная Германия, Восточная Соединенные Штаты Америка. Так, Финмарк, пожалуйста, сас исправлено Е6, пожалуйста, обновленная версия. Финмарк, то есть со паромное сообщение, все это дело исправлено. Так, где-то здесь есть у нас Ирландская область, версия 0.1:1, пожалуйста. Так, Шотландия, пожалуйста, давайте это дело приблизим. Исправлено все, вылета исправлено, все дело исправлено, ребята. Так, Шведская Дон острова от Вомбатрак. Ну, по поводу проект Roextended рассказывали. Так, восстановление Польша Rebuild. Польша Rebuild 2.5.4, по-моему. Восстановление Польша Rebuild. В том числе исправлена полянка, исправлена. Не знаю, где-то здесь есть полянка, полянка. Так, вот она, пожалуйста, ребята, все это дело исправлено. Полянка и здесь исправлена, если кто помнит, то... Когда давным-давно я как бы катался на стриме, если кто помнит, не доехать до Брестка, было вылито и здесь было вылито, и на Краков было вылито. Все это дело исправлено. Так, ребята, хочу отметить, что особо как бы не переключайтесь, обзор будет продолжаться интересного, так что, ребята, не переключаемся. И заодно вместе с вами перейдем на по приоритету порядка установка мода. Спасибо за внимание, действуем дальше. Так, это у нас Махаб, так, Западная Афра, ну, то есть Западная Африка, Восточная Африка, в том числе Антарктида, пожалуйста, Антарктида. Исправлено для 1.45, в том числе из Риогранда до Эмкамурда, из Эмкамурда до Девинапорта, из Девинапорта до Мерсина, пожалуйста. Все это дело исправлено, ребята. Так, про Косово рассказывали. Так, ребята, для такая сборка сразу хочу отметить, что
при наличии иметь всю DLC Север, Восток, Запад, Юг, в том числе DLC Балтика, DLC Черное море и DLC Иберия. Спасибо за внимание. Действуем дальше. Так, если у кого нету, если у кого есть лицензия, если при лицензии нету 7 DLC, то вам нечего делать. При такой сборке от вас потребуется 7 DLC. Еще раз повторюсь, 7 DLC. Север, Восток, Запад, Юг, в том числе Балтика, Черное море и Иберия. Спасибо за внимание. Действуем дальше. Так, Полянка рассказывали, восстановление Польши, Ребильда рассказывали. Где-то здесь еще есть, где вот Катовице, аддончик, небольшая аддончик для промоц, где вот Катовице себя включает там, не знаю, где она, вот Катовице. Но видите, ребята, особо как бы сложно разобраться. Так, это еще не все, ну, с этого разберемся. Так, Юрмала, пожалуйста. Юрмала, пожалуйста, вот она, Юрмала. Так, про шведские Адон острова рассказывали, про вот это, как его, где она, вот это дело исправлено, Осло исправлено, прописано паромное сообщение, себя включает 1, 2, 3, 4, 5. Так, где-то здесь есть Северная Германия по названию Эмден. Где она у нас? Эмден, пожалуйста. Ну, я уже давным-давно, где-то пару недель назад у меня обзора не было, стрима не было по такому причинам, что у меня перестало железо. Ну, слава Аллах, что вернули железо. Поэтому как бы как-то так. Ну, не знаю, ребята, сборка-сборка на номер 53. 53 или 54. Ну, если что, ребята, вместе с вами заодно прочитаем, просмотрим, что к чему. Так, что еще? Про Финмарк рассказывали, про Е6 рассказывали, про восстановление Польши Ребильта рассказывали, про проект Роэкстендед рассказывали, Русумап рассказывали. Так. Что еще, ребята? Ну, Великая степень 1.44 как бы исправлена для 1.45. Орал, Орал, Соскепс фикса, Сибирь, Сибирь map. Так, 1, то есть 2.4. Более вроде того, сейчас вышла обновленная версия. Если что, на обновленную версию. Ну, там уже другая гайд будет. Если что, посылка будет в описании. Спасибо за внимание. Действуем дальше. И, ребята, это еще не все. Так, ребята, для такая, ну, по такая сборка, по все ссылка на описание. Сразу хочу отметить, что ссылка по описанию. Ну, такая сборочка, ребята. Ну, про ЕАЭ рассказывали, я 1.45 рассказывали, рассказывали, все это дело рассказывали, ребята. Но дальнейшего посмотрим, что будет, того будет. Так, что еще? Все, наверное, больше ничего сверхъестественного. Про Киров, Кировская область рассказывали, про все-все-все рассказывали. И, ребята, хочу отметить, что это еще не все. Также исправлена долгая загрузка. Сразу хочу отметить, что исправлена долгая загрузка. Поэтому, как бы, как-то так. Ну, не знаю, ребята, катайтесь, не катайтесь. Дело ваше, конечно, ребята. Не знаю, я так посмотрел, как бы все дело себя ведет неплохо, в том числе печь, пожалуйста, я про, видите, ребята, про печь забыл рассказывать, исправлена вот эта шестерка, исправлена, исправлена Е6, то есть М6, М6, М60 исправлена. Ну, ребята, не знаю, на это особо не стоит обратиться внимательно внимание, хотя хрен его знает, ну, не знаю. Дальнейшего посмотрим, что будет. Того будет от вас подписка, лайкос, поддержка моего канала Дальнобой 2022, Green and Drought 2003. Ну что ж, ребята, мне кажется, что все, что мы рассказывали, по-моему, что ни одного дела не пропустили. Ну, по поводу этого нечего рассказывать. На Нарталик есть, на Нарталик. Ну, по поводу этого я особо не понял. Если кому-то известен, пишите в комментарии. Ждем ваши комментарии и ждем ваши ответы. Ну, такая сборка на номер
53 на основе промоц 2.62. Ну, пока в данный момент это у меня последняя обзор про промоц мега сборка на номер 53 на основе сборка 53. Ну, ребята, я про это я забыл рассказывать. Ну, немножко торопился, конечно. Так, Южного Африка, пожалуйста. Я уже забыл, как его называется. То есть Afro-Extended, то есть прошу прощения за ошибку, Afro-Extended. Ну что ж, ребята, больше ничего сверхъестественного. Еще раз хочу отметить, что еще раз хочу повторить, что катайтесь, не катайтесь, а дело ваше, конечно. Ну, я уже как бы особо на стриме катался, как бы все нормально. Вольво-то пока в данный момент не обнаружила на свой долгозаслуженный Вольво. Вольво, Петербильт, катались, все нормально, как бы. Ну что ж, ребята, так, это дело закроем. Попадем меню запуск. Сейчас ожидаем ответа выхода. Что ж, ребята, как мы видим. Так, сейчас. Это дело быстренько задумает, передумает. Что ж, ребята, добро пожаловать в Euro Truck Simulator 2. Версия игры 1.45.3.9S, 64 битка, не стимовская, не лицензия, пиратка, пашет, все свои дела выполняет. Отлично, но это еще не все. Есть еще но. Все зависит от вашей руки, как вы будете относиться к этому делу. Поэтому спасибо за внимание, действуем дальше. Так, ну я так написал. Промоц 2.62, 1.45 уровня. Там 18183, 405. Установлено менеджер мода 237. Я особо как бы на Steam, ну, на конвой особо как бы не катаюсь. Поэтому как бы как-то так. Что ж, ребята, кликнем исправительник, ну, мода. Как обычно, спустимся самым вниз. Это все дело пропустим. Что ж, ребята, поехали. Начинаем стартануть. Индонезия New Roads Part 3 1.35.38. Устанавливаем. Версия начинается стартовать из 1.43. Исправлена для 1.45. Устанавливаем с таким приоритетом New Indonesia New Roads Part 3 1.35 1.38 Indonesia New Talgaite Prefabs Part 4 1.38 Newest Indonesia New Thing and Navigation версия 1 к 1 1.38 Newest устанавливаем и приступаем. Indonesia News Roads. Так, Bullydings, более вроде того. Ну, я со английским плохо разбираюсь. Надеюсь, хочу, чтобы дальше вы сами разбирались, что к чему. Спасибо за внимание. Действуем дальше. Indonesia New Prefabs. Part 4, 1.38. Indonesia Map Overlay. Версия 1. Prefabs подскажи. Модуль 2 подскажи. Южно-восточный мап. Версия 0 подскажи. Как его? Южно... То есть южно... Южно... Южно-азиатская мап. Версия 0.1. Южно-азиатская деф. И приступаем. Приступаем. Java Road Revolution. Java Road Revolution. Так, версия начинается стартовать из 1.35. Исправлена для 1.45. Устанавливаем. С таким макаром. Java Road Revolution Assets Model 1. Java Road Revolution Assets Model 2. Java Road Revolution Dev and Map. Afro Extended. Версия начинается стартовать из 1.45. 44 исправлено для 1.45. Устанавливаем. Приступаем. Сибирь-Сибирь-Мап. Так, все различные файл.
все различные файлы в одном папке. Так, in any files, map dev and model, версия 2.4.0, устанавливаем от 10 Void. Более информации вы можете получить в группе ВКонтакте, посылка будет в описании. Ссылка для скачивания будет в описании. Сибирь-Сибирмап 2.4.0 для 1.45. Для работоспособности потребуется все DLC, масштаб 1:19. Устанавливаем и приступаем. Сибирь-Сибирмап Caps Fix от автора Jerry GMS Master Fixes M5 Ural Caps Fix. Исправлено. Устанавливаем, приступаем, удаляем паромные сообщения, для версии 2.4.0, адаптировано только под 1.45.2.0, от автора GMS Master Fixes. Устанавливаем, приступаем, Сибирь, то есть, прошу прощения, так, Южного регион, 10.9 от 10 Void. Так, модуль 2, модуль 1, версия начинается стартовать из 1.43, исправлена для 1.45. SR-map, dev-n-map, исправлена для 1.45. Файл скачивается с сайта rxcenten.ru, ссылка для в описании. Ссылка для скачивания будет на описании, устанавливаем. И приступаем. Южного регион. Паромный навигационный фикс устанавливаем, приступаем. Так, английское название для южного региона, для тех, кто чаще использует, свободную камеру, чтобы легче было понять. От автор GMS Master Fixes устанавливаем, приступаем. Волга Map, версия 1.2 от Александр Настеров, версия 1.3.1. Адаптировано для 1.44, исправлено для 1.45, с таким макаром модел DevNMap Fix от Денис Кудинов, в том числе Александр Настеров, 1.3.1, 1.44, исправлено для 1.45, устанавливаем. Английское название для тех, кто чаще хочет использовать свободную камеру на территории Волгамапа. Английское название для Волгамапа 1.2. Адаптировано для 1.41, исправлено для 1.45, устанавливаем, приступаем. Дорожное сообщение M5, дорожное сообщение M5, Road Connector, Сибирь-Сибирмап 1.45, от 10 Void, Денис Кудинов, устанавливаем, приступаем. Great Step, Великая Степень, версия начинается стартовать из 1.44, исправлено для 1.45, с таким макаром model map dev. Естественно, model 2 она не вставляется, она просто удаляется с таким макаром, если у кого установлена RusMap. Если у кого не установлена RusMap, model 2 советуем ставить или ниже, или выше. Так, еще раз, с таким макаром model map dev. Приступаем. GS, Great Step, Fix 1.43, исправлено для 1.45, файл скачивается с сайта rxcenten.ru, устанавливаем. Приступаем. Английское название для тех, кто чаще хочет использовать камеру на территории Волгамапа. Ставьте высоком приоритете от автор GMS Master Fixes, устанавливаем. Приступаем. Road to Asia, дорога на Арал. Дорога на Арал для совместимости Великой Степени 1.2. Версия начинается стартовать из 1. Да, то есть адаптировано, исправлено для 1.45. Устанавливаем, приступаем. Caps Fix. Breezing Caps RTA, то есть Road to Asia, Арал, Caps Fix. Более вроде того, устанавливаем, приступаем. Так, Азербайджан, Греция, Addon, UKRSK, Addon 1.45.3.0, версия, файл скачивается с сайта rxcenten.ru, устанавливаем, приступаем. Азербайджан, Fix для совместимости с Promotes,
Азербайджан, Греция, промоц медлиэс, файл скачивается с сайта rexcentin.ru от автора RIS 1.43, исправлено для 1.45, устанавливаем. Приступаем. Азербайджан, Греция, паромное сообщение устанавливаем, приступаем. Азербайджан, Греция, дорожное сообщение 1.45 исправлено. Файл скачивается с сайта rexcentin.ru. Устанавливаем. Приступаем. Проект Кавказ 1.0 addon для совместимости большинства карта. Версия начинается стартовать. То есть версия исправлена, адаптирована для 1.45. Устанавливаем. Приступаем. Так, проект Кавказ для совместимости мегасборка Map Combo Fix устанавливаем, приступаем. Так, исправляем, ну то есть приступаем. Дорога на Азию 1.4 устанавливаем с таким макаром. Assets Model исправлено. Dev and Map от After by Terramaps устанавливаем, приступаем. Route Asia 1.3.2 Caps Fix от gRGMS Master Fixes устанавливаем, приступаем. Таусмания версия 5.3 адаптирована для 1.43, исправлена для 1.45 с таким макаром. Model Map Dev Fix. Фикс для совместимости. Ну, это вот это фикс по желанию. Хотите, ставьте, хотите, нет. Дело ваше. Устанавливаем. И приступаем. Приступаем. Южного Американского Республика. ЕАА 1.45. С таким макаром. База 1. То есть база 2, база 1. Мара. Паромное сообщение для Европа. Ферри. То Европа Клин Ап. Версия 1 к 1, 1.45 исправлена. От автора GMS Master Fixes приступаем. Map EAA Map Combo Fix для большинства сборка 1.45, 1.0 устанавливаем, приступаем. А для тех, кто хочет возить негабаритный груз на территории Южного Американского Республика по названию ЯА. Ставьте высокому приоритету. Приступаем. Так, DLC Heavy Cargo Pack для тех, кто чаще хочет возить негабаритный груз на территории Южноамериканской Республики. Для работоспособности потребуется DLC Special Transport. Устанавливаем. И приступаем. Volvo Construction EQM5 адаптирована для 1.41, исправлена для 1.45-44, устанавливаем. Для работоспособности потребуется DLC Volvo Construction, более вроде того. Приступаем. Так, Map EAA Promotes Fix. И так далее, и так далее. Промоция 262 1.45 1.0. Фикс устанавливаем, приступаем. Автомагистрал Макае, Лиссабон, Лиссабон, Макаен. И в том числе прописана автозаправочная станция, прописано место для отдыха. Версия 1 к 1. Версия начинается стартовать из 1.40. Исправлена для 1.45. Версия 1 к 1. Устанавливаем. Приступаем. Промоц 262 с таким макаром. Assets подскажи. Medio подскажи. 3, 2, 1, 1. Map подскажи. И Definition подскажи. Так. Промоц, Роуту Азия Плюс, Варна и Туркменбаши, Балканабад, более вроде того. Приступаем. Промоц, паромное сообщение Южного региона. Версия начинается стартовать из 1.40, исправлена для 1.45, устанавливаем, приступаем. Паромное сообщение, аддон дополнительный для Промоц, версия 1.0. Адаптировано, исправлено для 1.45. Устанавливаем, приступаем. Visual, как его? Visual Lagoon.
промотовская версия 1.0 устанавливаем. Приступаем. Украина Expansion версия 0.9. Promods 2.62 addon устанавливаем. И приступаем. Promods 2.62 Украина Expansion Corporation. Как Corporation addon on connector устанавливаем. И приступаем. Украина Expansion E58 дорожное сообщение устанавливаем. Версия 0.1. Приступаем. Проект E6. Проект E6 1.3. Адаптированная исправлена для 1.45. Устанавливаем. Приступаем. E6. E6 паромность сообщения. Версия 1. Адаптирована для 1.45. Исправлена. Адаптирована для 1.45. Приступаем. Финмарк. Финмарк. Версия 1. Версия 11. Адаптирована, исправлена для 1.45. Устанавливаем. Приступаем. Корфу. Долгожданная Корфу от автор Терамапа. Версия 1.02. Версия 1.02. Версия начинается стартовать из 1.43. Исправлена для 1.45. Устанавливаем с таким макаром модел. DevNMap. DevNMap. Promods. Promods. Промодовская версия. Устанавливаем. Приступаем. Восстановление Польша Rebuild. Восстановление Польша Rebuild. Версия 2.5.4. Dev 96.57 с таким макаром. Восстановление Польша Rebuild. Assets подскажи. Модул подскажи. Map подскажи. Dev подскажи. И fix подскажи. Восстановление Польша Rebuild. Так, Special Transport. Для работоспособности потребуется DLC Special Transport. Пожелания, хотите ставьте, хотите нет. Я особо как бы на прямые заказы чаще не везу как бы. Ну, пожелания, хотите ставьте, хотите нет, дело ваше. Ну, я так оставлю. Приступаем. Promots. Promots Middle East, Ближний Восток. 2.62. Приступаем. Promots Middle East. Так. Assets подскажи и Definition подскажи, DefNMap подскажи и приступаем. Исправлено, исправлено от автор GMS Master Fixes. Открытая граница. Открытая граница, более вроде того, устанавливаем. Приступаем. Норвич, видите, ребята, я про Норвич, я забыл рассказывать. Версия 1.11. Адаптировано, исправлено для 1.45. Для работоспособности потребуется все DLC плюс DLC Балтика, DLC Черное море, DLC Иберия. В том числе для работоспособности потребуется Promots, Promots и Promots Middle ES. Более вроде того. Так, Promots and Promots Middle ES. Версия 1 к 1 устанавливаем от автор. Хэмил Ве Тракер устанавливаем. Приступаем. Рецай. Рецай 1.4.2 от автор Терамап. Для работоспособности потребуется все DLC плюс DLC Балтика, DLC Черное море, DLC Иберия. В том числе для работоспособности потребуется Promots, Promots Middle ES 1.4.2. Assets подскажи с таким макаром и DevNMap подскажи, устанавливаем, приступаем. RedSci Promots Middle ES Fix от автор GMS Master Fixes устанавливаем. Приступаем. Addon Yaom. Так, ребята, хочу отметить по поводу вот это Yaom. Пожелания, хотите ставьте, хотите нет. Дело ваше. Ну, я так для ради интересно я его ставил, хотя смысл ставить-то нету по такому причине, что там нельзя туда груз возить, оттуда нельзя взять груз куда-нибудь дальше. Поэтому, ребята, просто дело в том, что там несколько километров есть добавлена различная дорога. И все, больше ничего сверхъестественно. Но дальнейшее посмотрим. Может, автор еще может что-нибудь задумает. Автор Схютер ПЛ. Более вроде того, устанавливаем. Приступаем. Проект. Проекта Балкан, версия 5.3 с таким макаром. Assets подскажи, map подскажи, definition подскажи. Так, английское название.
ну, английское название для тех, кто чаще хочет использовать свободную камеру на территории проекта Балкан. Устанавливаем и приступаем. Macedonia Rework, версия 1.4.2. Версия начинается стартовать из 1.42, исправлена для 1.45. Устанавливаем с таким макаром. Macedonia Rework Assets, материал. Macedonia Rework Map, Macedonia Rework Dev, Macedonia Rework SR Map Fix. Устанавливаем для совместимости перевозка груза, более вроде того. И приступаем. Macedonia Rework, версия 1.3.2, восстановление Польши Rebuild, версия 2.4.3, версия начинается стартовать из 1.38, исправлено для 1.45, устанавливаем, приступаем. Macedonia Rework A1 E75 Roads Fix, устанавливаем, приступаем. Так, приступаем. Дурас, паромное сообщение. Устанавливаем. Где Дурас, где Бара и там, и где Неаполь, более вроде того. Промодовские версии устанавливаем. И приступаем. Проект Балкан плюс Македония Rework, Road Connector, дорожное сообщение устанавливаем. Версия начинается стартовать из 1.40, исправлена для 1.45. Приступаем. Аддон Косово 1.0. Для работоспособности потребуется все DLC, плюс DLC Балтика, DLC Черное море, DLC Иберия. Устанавливаем. Приступаем. Русмап, модул 2 подскажи. Русмап, модул подскажи. Русмап, мап подскажи 2.45. И Русмап Definition подскажи 2.45. Устанавливаем. Приступаем. Русмап Caps Fix, не Caps Fix, исправлено FPS, более вроде того, устанавливаем и приступаем. Приступаем. Так, Южноамериканская республика по названию EAA, Русмап Fix. Например, ребята, где, блин, я уже забыл, где вот, когда вы, есть же Барлонович, когда прибыть Барановича и прибыть Минска, есть вылета, есть невиданная дорога, невиданная. Исправляет вот это дело. Устанавливаем. И приступаем. Промоц 2.62 плюс Русмап 2.45. Дорожное сообщение. Версия 1.3. Финальная версия. Устанавливаем. Приступаем. Автопарк. Версия начинается стартовать из 1.41, исправлено для 1.45, устанавливаем, приступаем. Автопарк фикс для совместимости, для работоспособности потребуется Русмап плюс южного региона. Без Русмапа, без южного региона работать, естественно, не будет. Устанавливаем, приступаем. Ну да, фикс. Приступаем. Рекламный щит 1.0. Версия начинается стартовать из 1.42, исправлено для 1.45, устанавливаем, приступаем. Кировская область 1.2, более информации вы можете получить группа ВКонтакте, ссылка будет в описании. 1.2, Кировская область, устанавливаем, приступаем. Кировская область, Fix Сибирь Map, версия 0.1, от автор Жерри ГМС Мастер Фиксис, устанавливаем, приступаем. Так, Кировская область, Кепс Фикс, версия 2.0, устанавливаем, приступаем. Так, Медотиранян Экспансионс 1.3, адаптирована для 1.44, исправлена для 1.45, устанавливаем и приступаем. Эрхат. Адаптировано для 1.44, исправлено для 1.45, устанавливаем, приступаем. Паромное сообщение Медитерранеан Экспансионс Эрхот. Паромное сообщение устанавливаем, приступаем. Промоц, где
по-моему, где Эрхада и где там Весалинка, более вроде того, есть паромное сообщение от автор ETS плеер устанавливаем и приступаем. Антарктида. Антарктида версия начинается стартовать из 1.43, исправлена для 1.45. Приступаем. Так, давайте. Мод увеличивается скорость на снегу. Примечено, при установке мода снега из-под колеса не будет. Мод должен иметь высоком приоритета в списке модификаций. Спасибо. Версия 5.0 от автор Павел Морозов. Устанавливаем. Приступаем. Паромное сообщение. Где МК Мурда Скотта и где Мерсина? А, то есть, прошу прощения. То есть, Антарктида. Где Риогранда? Риогранда. Риогранда и МК Мурда Скотта. Более вроде того. Устанавливаем паромное сообщение. Приступаем. Приступаем. Так, Западная, Восточная Африка. По названию Mehep Map. Бетовская версия адаптирована, исправлена для 1.45 с таким макаром. Mehep Map Module 1, Mehep Map Module 2, Mehep Module 3, Mehep Map, Mehep Dev. Приступаем. Приступаем. Проектору Extended 1.45 доступны с таким макаром, с таким приоритетом. То есть 1.45 Medio, 1.45 Assets, 1.45 Model 2 Assets, то есть Model 2. 1.45 Model, 1.45 Profeps, 1.45 DefenMap. Так, RX и все сам Semfix. Semfix, по-моему, что светофоры были вроде того. И английские названия для тех, чаще хочет использовать свободную камеру на территории восстановления Украины и как бы, то есть и для проекта Румыния и для остальной другое. Английские названия для использования свободной камеры на территории проекта Румыния. Устанавливаем и приступаем. Исправлено фикс 1.45. Файл скачивается с сайта rextension.ru. Устанавливаем. Приступаем. Антарктида. Антарктида. Паромное сообщение. ЮКРСК и МК Мурда Скотта Мерсина. Паромное сообщение. Устанавливаем. И приступаем. Паромное сообщение. Азербайджан, Греция. Дорога на Азию. Паромное сообщение. Устанавливаем. То есть, прошу прощения. И приступаем. Приступаем. RX. RX Map 1.45. Устанавливаем. И приступаем. Так, Promos. Promos 2.62. Promos MidliS. RusMap 2.44. То есть адаптировано для 1.45. RX Extended. Все версия. Проект Румыния, RX Extended и восстановление Польша Ревильт 2.52, габарит, устанавливаем. Ну и приступаем. Полянка, пожалуйста, полянка 1.6. Для работоспособности потребуется промоц. Устанавливаем. И приступаем. Немецкая Запад, ЕА-100 West, устанавливаем. И приступаем. Фиктионал, Соединенные Штаты Америка, Восток, устанавливаем. Приступаем. Латвия Ребилд. Версия начинается стартовать из 1.42, исправлена для 1.45, устанавливаем. И приступаем. МДН 1.45, исправлена для 1.45, устанавливаем. Приступаем. Печь ребилдинг. Версия начинается стартовать из 1.43, исправлена для 1.45, устанавливаем. И приступаем. Судел Франция исправлена для 1.45, версия 1.5.0 исправлена. Приступаем. Шведская Адон Астрала от Вомбатрак, версия 1.11 адаптирована для 1.45, устанавливаем. Приступаем. Восстановление Париж Ребиль 3.1 устанавливаем. Версия начинается стартовать из 1.43, исправлена для 1.45. 45
Паричи ребилд устанавливаем, приступаем. Добрый вечер. Видите, ребята, я про добрый вечер забыл рассказывать. Если что, как попадем, и там сразу начинаю отобразить. Спасибо за внимание. Действуем дальше. Добружа мап, где Южная Болгария, более вроде того, версия 1.0, адаптирована, исправлена для 1.45. Себе включается там Добрич и Суворова и остальное другое устанавливаем. И приступаем. Болгария, Южного Болгария. Версия начинается стартовать из 1.44, исправлена для 1.45. Устанавливаем и приступаем. Италия Improved Rebuilding. Италия Improved Rebuilding. Версия 0.3 адаптирована для 1.44, исправлена для 1.45. Устанавливаем. Приступаем. Ирландия, Ирландская область, версия 0.1 к 1. Дуске Ирланд Map устанавливаем. И приступаем. Жан Майен. Обновленная версия 2.0, исправлена, адаптирована для 1.45. Устанавливаем. И приступаем. Норч, если что, ребята, как попадем, сразу отмечу. Я забыл я вам показывать. Норч Map для промодовской версии адаптирована, исправлена для 1.45, версия 0.1 от автор к самому Тауму and Джесси. Устанавливаем, приступаем. Так, проект Гренландия, версия 0.05, версия начинается стартовать из 1.39, исправлено для 1.45, устанавливаем и приступаем. Шотландия, промодовская версия исправлена, адаптирована для 1.45, а для совместимости промос аддон версия 0.1, для совместимости промос 2.62, Шотландия устанавливаем. Ну и приступаем. Свик, версия 0.3, Свик Map. Так, промодовская версия для работоспособности потребуется все DLC плюс DLC Балтика, DLC Черноморья, DLC Иберия. Устанавливаем и приступаем. Паромное сообщение. Проект Гренландия. Паром. Версия 0.05. Устанавливаем. Что ж, ребята, ну я по поводу этого я особо как бы не понял. По-моему, что исправлять информационное это информационная полезная табличка, более вроде того, исправлена, адаптирована для 1.45 от автора GMS Master Fixes, устанавливаем. Ну и что ж, ребята, и замыкает вот эта подложка во всего мира. Более информации вы можете получить в группе ВКонтакте, ссылка на в описании, версия 2.5.5, устанавливаем, в том числе для все города плюс EAA устанавливаем. Что ж, ребята, ну на этот как бы мы и замыкаем. Дальше уже ваш личный мод, который вы хотите ставить, который нет, там прицепа для прямые заказы, прицепа для биржи груза, все там айтрафика и т.д. и т.д. и т.д. Что ж, ребята, при правильном активатор мода принимаем применить. Что ж, продолжаем. Так, ребята, сразу хочу отметить, что для создания нового профиля исключаем использование облака Steam в случае для тех, у кого пиратка, не лицензия, не стимовская, чтобы случай вас не отправил на администратор Steam или на администратор World of Track. Поэтому, как бы как-то так. Что ж, ребята, как мы видим, загрузка пошла. В том числе хочу отметить, что исправлена долгая загрузка. Ну, ребята, уже как бы все как бы понятно, все известно, что если кто наверняка всем известен, что я на стриме как бы катался. Да, не говорю, что нету вылета, но в том числе исправлено паромное сообщение, исправлено вылета, исправлена долгая загрузка и исправлена при увеличении масштабная карта вылета исправлена, все исправлено. Поэтому,
Ребята, как-то так. Что ж, ребята, сейчас ожидаем ответа загрузка. Как видите, как мы видим. Сейчас ожидаем ответа загрузка. Ну что ж, ребята, как я вам рассказывал, как я вам отметил, что исправлено все дело. Исправлено все дело. Все дело исправлено. Так что, ребята, такие пироги. Сейчас еще немного, еще осталось немножко, чтобы завершить это дело, как бы. Ну, сами понимаете, что промоц, он как бы сам по себе, как бы, дело тяжелое, как бы. Брендовская модовая карта, как бы. Сейчас, ребята, минутку, как бы, да, ребята. Думаем, особо торопиться нам с вами некуда. Что ж, ребята, как видите, как мы видим, вот мы и вернулись. Какое-то дело мы, по-моему, мы немного торопились, как бы. Немножко торопились. Давайте приблизим. Вот, пожалуйста, Добравич, Сурово, в том числе. Проект Кавказ, пожалуйста. Махачкала исправлена. Добрент исправлена. Исправлена Ксизма, да, исправлена. Исправлена. Исправлена, исправлена. Там еще кое-что исправлено. Давайте. Где Бухарест, а там. Короче, ребята, здесь куча, много города, конечно. Куча, много области, конечно. Кататься, не кататься, как бы, решат вам, как бы, но я все равно, как бы, на стриме катался, еще будем кататься, надеемся. Для этого от вас потребуется подписка, лайкоса, поддержка моего канала Green and Drought и Дальнобой 2022. И вот, пожалуйста, Шумян, тоже он, как бы, болгар, ну, белговская, южная, как бы. И вот, пожалуйста, когда-то я помню, что мне писали на комментарии, что Норвегия особо не видно. Ребята, все видно, все четко, все нормально. То, что это вам надо обратиться к автор, который с этого дела занимается. И все, больше ничего сверхъестественно. Что ж, ребята, надеюсь, мне с вами пора попрощаться. Надеюсь, гайд кому-то было полезно, гайд кому-то помогло. Спасибо за внимание, спасибо за действие, спасибо за подписку. С вами был Джамалидин Мурадов, и вы находились на моего канала Дальнобой 2022 Green and Drought. Спасибо за внимание, спасибо за подписку, спасибо за остальное другое. Что ж, ребята, берегите себя, берегите свои близкого. Всем пока-пока, до следующего выпуска, всем пока-пока.